Отличный подарок получили недавно животноводы Смоленщины. Неподалеку от города Сафоново на год раньше срока вступил в строй сельский строительный комбинат, возведенный рабочими Московской области. Радостным и волнующим стал момент открытия, в котором приняли участие первый секретарь Смоленского областного комитета партии Клименко и секретарь Московского обкома КПСС Исаев. На торжественный митинг в одном из корпусов собрались строители и эксплуатационники нового гиганта сельскохозяйственной индустрии. Новый комбинат будет выпускать вдвое больше коровников, чем возводит сегодня все объединение облмешколхозстрой. Благодаря применению железобетонных элементов вдвое сократятся сроки строительства, значительно снизится общая стоимость сооружений, а унификация конструкций позволит монтировать не только коровники, но и другие животноводческие помещения. Пуск Сафоновского комбината позволит решить многие задачи, намеченные в постановлении партии и правительства о развитии сельского хозяйства Нечерноземья.